Сегодня в Воронеже состоялся общегородской субботник. Особой массовостью он не отличался. И в основном уборкой территории от обильного листопада занимались сотрудники госучреждений и организаций. Одним из традиционных мест участия в субботниках воронежских коммунистов стал сквер напротив Воронежской городской думы. Субботник является одной из самых старых коммунистических традиций. Кроме того, сегодня так совпало, что мы отмечаем годовщину освобождения города Воронежа от Белой гвардии. Была разбита в этот день армия Шкуро. Войска Буденного вошли в город, взяли штурмом и фактически за один день вычистили всю Белую гвардию из города. Ну и сегодня мы решили, как раз вот отмечая эту дату, провести субботник в сквере жертвам белого террора, где установлен памятник людям, пострадавшим от белого террора в годы гражданской войны. Ну а так это традиция вообще наша коммунистическая, то есть на благо общества жертвовать своим трудом, жертвовать своим временем. Вот, призываем всех воронежцев подключиться к субботнику. Он вот, не только в эту субботу состоится, а также и в следующую субботу. Привести свои дворы в порядок, потому что ну, на сегодняшний день, если возлагать свои надежды только на администрацию, администрация, конечно, не справится самостоятельно, без привлечения общественности. Работа по уборке территории сквера, где установлен известный памятник жертвам белого террора, была организована очень хорошо. Все трудились с огоньком, и настроение было приподнятое. Вместе с коммунистами и комсомольцами уборкой и посадкой саженцев занимались работники экоцентра. Я думаю, это очень хорошая советская традиция, когда люди добровольно выходят, убирают улицы, скверы, парки. Осенью мы всегда вот здесь трудимся, весной у памятника Ленина. Поэтому мы вроде бы пытались отказаться от социализма, на самом деле жизнь заставляет все хорошее потихонечку возрождать. Поэтому особенно молодежь с удовольствием трудится, так что мы всех поздравляем с этим праздником. Главное, что весь собранный мусор и листву сразу же погрузили на самосвал и вывезли. Горожане хорошо знают проблему воронежских субботников, когда все дружно поработают, мусор затарят, а вывезти его не могут длительное время.